Госавтоинспекторы напомнили дачникам правила дорожного движения. Сегодня сотрудниками госавтоинспекции проводятся профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, которые проводятся в местах массового отдыха граждан. Это у нас озеро Большое города Фрязино. Также проводятся разъяснительные беседы и так называемая отработка проведения мероприятий в СНТ «Березка». Инспекторы напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток и при переходе проезжей части согласно правилам. Они также рассказали о запретах, связанных с управлением мототехникой, и призвали надевать защитную экипировку при езде на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности. Сотрудники ГАИ обязали родителей следить за досугом детей на даче и регулярно напоминать им о правилах дорожного движения.